Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Благородный боксер Геннадий, вечно молодой Анатолий и мужчина без прошлого Александр. А невеста у нас Наталья. Давайте посмотрим. Наталья, 38 лет. После романа с женатым мужчиной дала согласие на брак своему давнему поклоннику, но через полгода узнала о его пристрастии к алкоголю. Наталья – бухгалтер в государственном учреждении. Подрабатывает в театре двойников в образе Софии Ротару. Мечтает о народном признании. Готова стать будущему мужу другом. Наталье не нравятся военные. Она никогда не свяжет свою жизнь с худым или агрессивным мужчиной. Выйдет замуж за того, кто сможет позаботиться о ее сыне и разделит ее интересы. Давайте встретим Наталью. Мы вас ждем. Здравствуйте, Наталья. Пожалуйста, проходите. Иваныч, как ты? Невеста. Ничего, солидно. Сразу к профессиональному астрологу Василисе Володиной вопрос. В чем причина одиночества Натальи? Может быть, у нее заниженная самооценка или что-то еще? Я думаю, что с самооценкой должно быть все в порядке. Просто Наталья до ужаса пристрастна к такому типу мужчин, который можно условно назвать гастролер. Человек, который фееричен в общении повседневном, но это приятно, пока отношения не переходят в брак. В браке они оказываются столь же фееричными. Вот и получаются такие неблагополучные мужья. Получались. Роза, я знаю, что ты любишь зрелых женщин, и они на твоем рынке пользуются особым спросом. Поэтому будут ли у тебя сегодня проблемы? Ой, не знаю, проблем будет, не будет. В конце концов, наша невеста не девочка, 38 лет, да еще с ребеночком. А с другой стороны, в принципе, сама деньги зарабатывает, да? На шее не сядете, так что попытаемся вас хорошо пристроить. Спасибо. Наташа, вы прожили в браке сколько лет до того момента, пока не вспомнили о своем однокласснике? Да, мой первый брак продлился всего 1.5 года. Вот себе да. И на. Да. Родился ребенок. Да, и, к сожалению, можно ли назвать это браком, я даже не знаю, потому что я своего мужа чаще не видела, чем видела. Ну, может быть, он работал много, ездил по командировкам, зарабатывал, чтобы вы хорошо жили? Ну, нет, его пристрастия были девочки, дискотеки и выпивка, к сожалению. Вот, терялся на 7 дней, придет, почистит свои перышки, отоспится. Ну, и вы, недолго думая, выставили его, да? Ну, конечно, да. Через несколько лет мне встретился человек, намного старше меня, но который отнесся ко мне очень благосклонно. И к вашему ребенку тоже. Да, и к ребенку совершенно верно тоже. И вы забыли обиды своей молодости, когда вы были женщиной, которую изменял мужчина с молодухой? С ним забыла, честно забыла, потому что столько внимания он мне дал. Несмотря на то, что жил за 1500 километров от меня. А как объяснял, почему он изменяет своей жене? Может, обещал что-то? Ничего не обещал. И о его как бы жене мы слишком-то не разговаривали. Мне, наверное, было больно просто об этом говорить. Но вы мечтали, я знаю, что ребенок к нему привязался, да? Да, да. Но не говорил, что вот все там закончится скоро и на самом деле я мечтала о жизни с ним и даже сама сделала ему предложение. Когда он отказался, ну такая обида у меня была, что я с ним рассталась. А как он вам ответил? Он ответил, что он не сможет оставить свою семью, своих детей ради меня. Она такая не очень замороченная, она такая довольно простая, да? Я вот не люблю слишком таких. Да, и, ну, насколько я поняла, она еще верная. А как получилось, что вспомнили свою школьную любовь? Эта любовь не давала забыть о себе, потому что человек жил со мной в школьные годы рядом, а потом уехал. И приезжая каждый год в отпуск, приглашал меня выйти за него замуж. А он за это время, за эти 10 лет не женился? Я знаю, что он был женат, но тоже недолго. Скажите, а вы не нафантазировали, что вы любовь его всей жизни, все 10 лет? Может быть, он просто был такой балаболкой?
Ну, по крайней мере, я воспринимала на тот момент это так. Что человек любит меня, нужно это оценить. Слушайте, тем более... у меня в Ленинграде был сосед, спортсмен в бывшем, ну и как неустроенный в 90-е годы, алкоголик. Но он был такой запойный. И вот когда он был не в запое, перья начистят, все-таки, знаешь, спортсмен, ну никуда не деться, стать. И он меня когда видел с прогулки с маленьким Георгием, он говорил... «Мадам, еще не спета наша песня». Целовал мне руки и занимал всегда деньги в долг. Потом он уходил в дикий запой и видел меня, и просто смотрел на меня пустыми злыми глазами, проходил, даже не здоровался. Потом у него опять проходилось, и он говорил: «Мадам, еще не спета наша песня». Вот есть такие балаболы, понимаете? Так, может быть, вот вы попадали в тот самый момент, когда ему казалось, что ваша песня не спета, и все еще будет. Ну, возможно. А и... вы, будучи одинокой, решили, да, что вот если есть такой верный рыцарь, который столько ждет, думаю, дай-ка, хоть и без любви, да? Да, без любви. И вот вы его нашли, и что? Я его нашла. Мне пришлось переехать в другой город ради него. Мечтала, что у нас будет полноценная, счастливая семья. А как вы его прям нашли, когда он в очередной раз вам сказал: «Эх, Наташка, нам ли жить в печали, давай-ка поженимся». Вы сказали: «Давай». Ну. Он ударил кулаком по столу и сказал: «В этот раз ты поедешь со мной». То есть я почувствовала что-то мужское в нем вот в этот раз и согласилась. И счастье наше продлилось полгода, потому что через полгода этот человек потерялся на 2 дня. Я в чужом городе, я на самом деле еще без работы. Что я... Готова была звонить во все места, в какие можно, чтобы разыскать человека. И выяснилось через 2 дня, что... Через 2 дня пришел человек, и все было написано на его лице. Чем он занимался, где он пропадал. Забыл. Да, да, да. Ну, может, сорвался мужик, мало ли там на работе какие-то проблемы. Ну, на 2 дня, ну можно было бы закрыть глаза. Не такое переживали. Конечно, я искренне поверила в его обещание, что больше такого не повторится. Что не для этого он меня сюда привез. Ой, Господи, но на самом деле все повторилось. Оказался запойный. Да, повторилось и второй раз, и третий, и десятый. А бедный пацан, что все вот это смотрел? Вы знаете, у него как раз такой возраст был переходный, что душа у меня, конечно, болела больше не за себя, не за свое счастье, которое я не получила, а за ребенка. А сколько лет? А он распускал? Сыну сейчас 18 лет. Он распускал руки, наверное, как-то, да, еще? Все, было все. В моей жизни было все. Ну, Наташ, и вот вы намучились, и руки распускал, он и в запой уходил. И куда вы с пацаном? Машины, наверное, сожгли все, квартиры лишились, да, которая была до этого? Да, я ушла от него в никуда, так сказать. Скажите, Наташа, вот в 38 лет что имеете, кроме ребенка и надорвавшегося организма до такой степени, что вы хотите уже не мужа, а друга просто? Ну, это ужасно. Поверьте мне, ни один мужчина, ну, только если он совсем уже сирый и убогий, и у него какие-то проблемы сексуального характера, не будет искать себе просто подругу в жизни. Ему, конечно, нужна жена. Мужчине нужна женщина до гробовой доски, понимаете? Качественный секс должен быть даже у людей пожилых. Да, обязательно. Ой, Господи, а правильно Боже вообще искать вот от безнадёги мужчину, который, ну не мужчина, а друг, девчонки? Ну, не знаю, я вышла замуж за друга вот последний раз, надеюсь, и я счастлива. Ну, ты же предполагала, что все-таки это будут очень глубокие личные отношения, а не только дружба? Ну, нет, мы дружили, мы так много были знакомы, и все было на уровне вот человеческих отношений. Но огромный плюс в том, что мне не нужно перед ним изображать ничего и притворяться, потому что он знает про меня, ну, больше, чем, кстати, нужно, потому что с друзьями мы особо не церемонимся. Потому что с друзьями можно ходить в трениках, не мытый, не чесанный, и рассказывать про свои там душевные утечки. Ну, вот у меня так получилось. Не знаю, но я ж не... Я даже не пример. Не представляю даже себе. Я потом полюбила за отношения. Понимаете? Да, да, да. Я вот не представляю себе, как среди троих наших женихов Наталья сможет опознать того, кто не будет гастролером. Понимаете, что вы все время, как тенденция, выбираете мужчин, которые от вас где-то далеко или пытаются убежать. Или хулиганов. Да, ну, хулиганы, само собой. Вот как сейчас будете распознавать? Мы поможем распознать. Да, помогите, проблема, пожалуйста, в вас, потому что вы для того, чтобы удержать, чтобы любил, чтобы уже наконец-то был дом, вы на многое закрываете глаза. Не надо превращать в бензопилу дружбу. Но и мужчины тоже любят, как ни странно, чтобы их строжили.
Понимаете, это как дети, нельзя все позволять. Вот есть граница, до которой вы тебе... А дальше они должны знать, нельзя. Если я своим детям, своей семье говорю «нет», клянусь вам, легче сдохнуть рядом со мной. Вот я сказала «нет», поэтому я несколько раз попробовали, а сейчас даже у нас не возникло, даже время на это не тратим. Понимаете, вы должны себе, просто сесть для себя, взять листок бумаги, расчертить его пополам и сказать, вот это я буду терпеть. Ну, потому что в силу возраста уже сложился характер и так далее. Да. Ну, вот этих вещей не буду никогда. А вот интересно, в том списке вопросов, которые вы сегодняшним нашим мужчинам заготовите, какой будет первым? Вот о чем хотели бы сначала узнать и спросить? Ну, больше всего я страдаю от одиночества в выходные дни. Вот мне интересно, как мой мужчина собирается проводить свое свободное время со своей женщиной. А как вы предпочитаете? Я бы с удовольствием выбиралась на природу. У меня нет каких-то там вообще ограничений. Там. Вот, что ей нравится, ну, мы обсудим. Можем и на природу выехать, можем там в ресторан сходить. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Наталья. Идите и знакомьтесь с первым женихом. Удачи вам. Спасибо. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Примите, пожалуйста. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Я надеюсь, у нас с вами может получится. Спасибо. Давайте, я провожу вас. Спасибо. Брутальный такой тип. Мне кажется, такие ей нравятся. Здравствуйте, Геннадий. Мы тоже вам рады. А с кем вы пришли? Это моя дочь старшая, Наталья. Сколько лет? 16. А он уже мужчина, имеет семейный опыт. Видишь, да, вот у него дочка, там у нее сын, то есть они уже имеют, да. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Геннадий, 51 год. Генеральный директор агентства недвижимости, кандидат в мастера спорта по боксу. Гордится своими дочерьми и силой воли, благодаря которой похудел на 15 килограммов. Считает, что жена не должна работать. После развода Геннадий влюбился в женщину без недостатков, но уговорить ее стать его спутницей жизни так и не смог. Надеется, что Наталья не боится замужества. Василис, может, наш жених такой агрессор, что он и на женах свои боксерские навыки оттачивает, нет? Да нет, конечно, дело не в этом. Просто на самом деле в его жизни должны были встретиться женщины, которые ее принципиально меняют. А он пытается... ну, скажем так, не поддаться власти их над собой, пытается сам с ними совладать, полностью привязать. Вот теперь, если у него нет какого-нибудь закидона, там, женщину прижать, придавить к ногтю, если такого закидона нет, то у него все шансы. А, улыбаешься, сидишь, нравится тебе, да? Ну, спускание, конечно, купец нравится. А почему? 51 год, посмотри, как хорошо выглядит. Более того, ну, для любого мужчины развод – это надлом. Не спился, да? Держит себя в форме, молодец, дочка пришел, конечно, рановато на такие передачи ходить, но все равно серьезный намерение, так что я вам сегодня 10 из 10 ставлю. Ну, судя по тому, что вы пришли с дочкой, у вас близкие отношения, доверительные, да? Да, у нас очень хорошие и со старшей дочерью, у меня еще одна дочь есть. Uh-huh. А почему вы развелись с мамой своих дочек любимых? В двух словах это трудно сказать. Наверное, мы были просто очень разные люди на самом деле. Вот, но выяснилось это через много лет, через 10 лет. Ничего себе, через 10 лет узнал, что... Оказывается, не ту нашел, да? Перепутал просто. Геннадий, ну вот смотрите, все же люди разные, правда? И без любви, наверное, дети не родятся. Вы все-таки родили двух девочек. И как вдруг выяснилось, что вы люди чужие? Для меня самого это тоже загадка оказалась. Я пытался анализировать это очень много. И я пытался до последнего семью сохранить. Мне казалось, что я сделал для этого гораздо больше, чем она. Вот. А кто от кого ушел? Ну, вообще, чья была инициатива? Формально я подал на развод. Просто он такого, мне кажется, патриархального склада. Свою политику гнет и... не всегда считается с мнением тех, кто находится рядом. А через сколько лет встретили любовь в своей жизни, идеальную женщину?
Это было год назад. И что, вот прямо голову потеряли? Ну, опишите свою идеальную женщину. Какая она была? Во-первых, она тоже была в очень хорошей форме и есть в очень хорошей форме. Вот. Студентка, наверное, лет 18? Нет, ей на момент нашей встречи был 41 год. Когда я ее только увидел, мне показалось, что ей не больше 27, ну, максимум 30. То есть она выглядела гораздо моложе. Женщины, берите на заметку. Посмотрите, для мужчин, оказывается, паспортные данные на 10-м месте. Все-таки нельзя распускаться, да? Молодец. Где познакомились? Она работает. Дело в том, что она не москвичка. Она живет в другом городе. Вот. Познакомились в интернете. Вот. После переписки мы встретились. Вот. И оказалось, что она еще даже лучше, чем на фотографии. Да, она в жизни оказалась еще более красивая, еще более молодая. Вот. И поэтому, да, можно сказать, что... Первое знакомство — кафе, романтик, супер. Да, да. Было, а уже вторая было встреча? Здорово. И вторая, все было по нарастающей. А уже на второй встрече из гостиницы вышли через несколько дней, да? Ну а что, не дети, что ли? Конечно. Не, ну, может быть, и женщине нужен был мужчина не совершенно для... Ну, это, скорее всего, суть по результату. А вы знали, она не замужем? Нет, она не замужем. А что тогда мешало ей дать согласие на ваше предложение жениться? Для меня это осталось тоже загадкой. Дело в том, что когда я понял, что после первого моего предложения она... Ну, сказал, что давай подождем, не торопи меня. Потом было второе, третье, и их было несколько Геннадий, предложений. Геннадий, ну это же естественно. Ну, правда, она вас не знала, боялась. Может быть, однажды ошиблась уже в браке. Ну, конечно, ей было страшно. Что же вы так вот торопились-то? Совершенно верно. Нет, ну, я поддался чувствам, и поэтому как чувствовал, так и поступал. Но я хотел потом, скажем, там, после третьего или четвертого раза, я хотел получить, ну, хоть какое-то объяснение, почему. Не понял. Что нормальная женщина, она отказывает несколько раз, показывая свою недоступность. Он этого не прочувствовал. А вы что готовы предложить женщине, кроме себя и двоих детей от предыдущего брака? Материальная сторона вопроса. Материальная? Ну, я, в принципе, нормально зарабатываю. А квартиры есть? Квартиры, к сожалению, пока нет. Но вы москвич? Да. Вы все оставили жене с детьми? Да, да, да. Квартиры пока нет, Ильич. Все, у тебя козырь. Геннадий, а на что вы вот сегодня будете в первую очередь обращать внимание? Человек зрелый, с таким опытом. Может быть, хотите о чем-то спросить? Ну, конечно, я хотел бы спросить, если можно. А как вы считаете, в семейной жизни все-таки есть мужская и женская работа? Вот именно когда дома? Или это... должны делать оба там, как, не знаю, по какой-то договоренности. Как вы на это смотрите? Вы знаете, мне сложно судить, потому что большую часть своей жизни я делала всю работу по дому. Ну, мужскую тоже? Ну, гвозди не забивала, но никто мне не помогал там стирать, готовить. Поэтому, наверное, требовать этого от своего мужчины я и не буду. А вы, Геннадий, как считаете? Дело в том, что я считаю, что все-таки есть мужская работа и есть женская работа. Mm-hmm. Я вот стою на этом твердо. Поэтому если моя жена забивает гвоздь, когда я дома, да, или даже когда меня нет, она забила это гвоздь. Это унизительно. Мне кажется, это она меня даже как-то, ну, какое-то неуважение даже проявляет. Ну, тогда нужно это обговорить, ребят. Тогда нужно это обговорить. А если пылесос у вас в руках, это нормально? Пылесос у меня в руках, это нормально, если моя жена в это время, она как-то себя чувствует, ну, не так, не или лежит. Еще что-то. А так ненормально. Так ненормально. Она, Геннадий, вы смотрите, Наташа... тоже женская работа. Да, Наташа, например, еще и, может быть, родит ребеночка. Во всяком случае, мысль у меня такая есть. А вы как к новым детям? Вы знаете, я отношусь к этому положительно. Потому что вот у меня только две дочки, а наследника как бы у меня нет. У вас пока наследовать нечего, уж не обижайтесь. Нет, ну пусть не наследовать, пусть продолжение рода. Хорошо. Видишь, она готова еще родить второго ребенка, что меня довольно-таки привлекает в ней. Потому что я, не имею своих детей, хотел бы иметь в браке своего ребенка. Вот смотрите, Геннадий, Наталья хорошо зарабатывает. Хорошо зарабатывает. Если так выяснится, что больше, чем вы, гораздо, как будете?
Меня, конечно, будет это угнетать. И я буду стараться исправить положение. А я знаю, что вы вообще против того, чтобы женщина работала. Да, но, к сожалению, в свете того, что мне квартиру надо купить, что мне надо там обеспечивать и не забывать дочек. То есть вы настаивать не будете, чтобы она сидела и... Сейчас уже не буду. Да. Все, мне кажется, вы достаточно прозрачны и много узнали. Спасибо вам, покажите сюрприз. Проходите, Наташа. Я хочу спеть песню. Спасибо, прекрасно. Я был твоим дыханием, я был твоим признанием, я был твоим глуханием. Ого, все пустились в пляс. Видишь, как он всех заразил своей энергией. Ла-ла-ла-ла-ла, не подумай. Сразу повеселел. Видишь, глаза грустные превратились в веселые. Только для тебя. Ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо огромное. Порадовал, слушай, как. Девчонки, вы представляете, в такую компанию, да, попасть? А вы любите что, караоке или как вы отдыхаете? Петь я люблю. Да? И танцевать. А что не подпела-то? Чуть-чуть подпевала. Да? Вы знаете, что она двойник Софии Ротару? Похоже. Правда? А поете так же здорово? Под фонограмму, к сожалению. Хорошо, ну ладно. Спасибо вам. Берите дочку, идите в свою комнату. Как я, Наташа? Молодец. Нормально? Да, хорошо. Здорово, правда? Повеселились. Да, да, хорошо поет. А что еще, в принципе, надо? 50 лет, здесь сороковник. Хорошо проводить время. А что не понравилось в нем? Домострой на лицо. В 51 год уже никто не меняется. Это все. Ой, да и в 38 тоже не особо разбежалась. Сказал да, нет. А что в этом плохого? Это хорошо с одной стороны, но есть и оборотная сторона медали. Квартиры нет. Ну, квартиры нет. Меня одно печалит, чтобы вот та зазноба, которая может нарисоваться, и она у него всего в сердце будет. Сидит. Да-да-да. А ты обратил внимание, он не говорил «была», да? Все время вот в настоящем он вообще-то. Ну, потому что запал, да. Действительно, конечно, это достойная девушка, но тем не менее, я если принимаю решение, то возврата к этому не будет. Жесткий человек, не меняет свои решения, упертый, не перегорел со своей любовью. Конечно, у него это в сердце сидит. Высокого о себе мнения. И понимает, что он достоин, не знаю, за свою красоту, за свою форму большего. Много об этом говорит, много на это внимания уделяет. Если немножко расплыветесь, расползетесь, появятся морщинки, его это будет раздражать. Сладострастник, на лбу написано. На лбу написано, что для него это первое, второе и третье. Понимаете? И компот. При этом еще нужно умудриться, чтобы до того, как ублажить, ему наготовить, настирать, нагладить, убрать и так далее. Ну что вы, ну диктатор абсолютный. Но на самом деле это не то. Я никакой не диктатор. Я скорее демократ. Ларис, не добавить, не прибавить. Согласна с тобой полностью. А на мой взгляд, если диктатор, то рассудочный. Знаете, есть поговорка, там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть. Вот он теоретически хотел бы, чтобы жена сидела дома и не работала, но понимает, что если обстоятельства этого требуют, он допустит эту ситуацию. Правда, в тот момент, когда он сможет чего-то хотеть, сможет что-то в этой жизни, поверьте мне, он действительно будет хотеть от вас всего и сразу. Очень требовательный. Но мне почему-то кажется, что это лучше, чем вот те мужчины, которые были у вас до этого, которым ничего не было нужно, по большому счету, и вы сами были не нужны. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новая встреча через несколько минут. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Наталья. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот пришел испытать свою судьбу. Очень приятно. Вы очень напоминаете мою маму. Да. И я думаю, ну, если только с этой позиции, то шанс у нас есть. Ну, еще, конечно, постараюсь произвести впечатление. Спасибо большое. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ура! Пожалуйста, проходите. Да, вылитый Ленин. Да, да, такой амплуа. Интересно. Видно, он и по жизни будет таким же Лениным. Здравствуйте, Анатолий. Я рада вас снова видеть у нас на программе. Вы на меня в прошлый раз произвели большое впечатление. С кем вы пришли сегодня? Это мои друзья Анатолий и Андрей. Очень приятно. Друзья, кстати, тоже похожи на различных исторических персонажей. Ну, чтобы узнать вас лучше, давайте посмотрим на экран. Анатолий, 65 лет. Был свободным фотографом, после перестройки стал двойником Ленина. Гордится, что его биография легла в основу театральной постановки. Мечтает купить дачу. Жена Анатолия была из криминальной среды и после его требования о разводе наняла киллера. Выжил только благодаря шантажу. Надеется, что с Натальей сможет построить светлое будущее. Ой, Василиса, у меня к тебе столько вопросов, ты себе не представляешь. Может быть, причина вот неудачи Анатолия в том, что он примерил единожды на себя вот этот образ Ленина? Я когда читала биографию, я понимала, что ваша жизнь была столь же бурной, как у вашего прототипа, у Владимира Ильича, собственно. И вы столь же, увы, неразборчива в женщинах. Ну скажи, Ларис, ну какой мужчина будет ждать от женщины, не знаю, кристальной честности или хорошего происхождения, когда он попал к ней через бандитов? Не повезло, да? Да, ну, то есть он не в той среде стал ее искать. Вот именно. Роза, ну на твоем рынке бывали вот такие красивые фрукты? Нет, слава богу. Почему? Потому что для меня, как для свадьбы, совершенно непонятно, что за работа такая, что за профессия такая, работать Лениным просто-напросто. Интересно, как это работа Лениным? Это что, вот целый день по Красной площади ходить, что ли? Что нужно делать? Ты не знаешь? Ну, если только наша невеста Крупская захочет стать, выйти из образа Ротару-то, то вполне можешь от страсти. А есть сходство какое-то внешнее? Скажите мне, пожалуйста, Анатолий, вот вы приехали в Москву, так получилось, что вы сначала сняли квартиру хорошую, ну, в центре города с хозяйкой. Да. Было как, когда я приехал, у меня тут ни родни, никого не было, вот, и когда появились денежки, я решил солидную квартиру снять. Ну, и на рекламном своем щитке написал, что сниму комнату, ну, и, в общем, такая братва, что ли, мимо шла. Вот, прочитали. А вот тут сестра живет. Вот иди, и адрес мне написали. Но я как-то не придал значения, что это такие, ну, головорезы. И вот вы сняли эту квартиру в центре города, где была хозяйка-женщина. Не старая, но и не молодая. И вы стали себе жить-поживать. И вот однажды... Ну, смотрю, она ухаживать начала, значит, там стирает рубашку. А вы платить больше думали. Ну, как прачка и уборщица. Да, да. И... Ну, мне, значит, это... Я как обязательный человек, не хочу там на халяву, там, чтобы пользоваться. Конечно. Повысил плату за квартиру и за все. Вот. А она дальше больше, смотрю, А она решила вашего комиссарского тела еще немножечко. Да. Ну, я тоже как мужчина... Не дурак. Мужчина ответственный, думаю, раз мне столько внимания, некрасивому... Должен соответствовать. Да. И вот я потопал как-то в первом часу ночи, сын уснул. Ее сын уснул, в общем, потопал, она так, смотрю, не прогнала, вот, не спится, мол, я говорю, да, не спится, вот, ну и костерик разгорелся, надо сказать, ага. Вот. И аж до ЗАГСа. И через полгода такой капитальная свадьба. Там. А вы же знали, что у нее братик-то бандит? Все время, сколько мы жили, его тень вот нависала над нашей семьей. Нависала такой вот какой-то каким-то... Ну, а он прознал, что вы не голь перекатная, что у вас и денежки имеются? Ну, они прям конкретно видели, что я каждый день с полными карманами приходил. Ой, дурак, слушай, а чего в банк-то? Нет, а три квартиры купить, а? В Москве? Какой, четыре уже? Четыре? Ну, работает, человек зарабатывает. У меня одна квартира незавещенная. Вот. А завещайте это ее мне. Один из моих а козырей. Я потом ее завещаю партии. Ну, что вам? А вы еще все заработаете.
Слушайте, это вот прямо, когда вот вы на улице стоите, вам вот подают. Не вот завидую, но завтра ты будешь Клара Цеткин. На программу не придешь и будешь там стоять эти лозунги. Это у них там, там вся территория попилена-то уже. Ну, правда, в последнее время что-то начали теснить нас там. Ну, в общем, короче, у вас деньги, а у нее брат бандит, и он решил, что вы должны поделиться. И смотрю, она не старается меня так обмануть, там, не пользуется этими деньгами. А все честненько в сейф складываем, набиваем сейф прям до отказа. Вот. И думаю, ну, не вороватая женщина, ничего. Когда уже вы много накопили, жена решила киллера. Да, вот она ничего не тащила, ничего, все конкретно мы накопили, молодец, собрали. А она решила все разом взять, что это она будет у вас крысетничать-то? Да, и когда я, значит, устал, честно говоря, от нее, вот. И мне сейчас нужна женщина такая, которая... Не хочет. Которая, которая может быть, не так хочет, но чтобы вылечить... Это наша Наташа. Да, вот как раз вот подходит. Вот. Ну, чтобы вылечил ее. На самом деле, конечно, лучше, когда женщины не пугают тебя, а все-таки с ними радость какая-то. И вот это в голове вот это вот выкорчивать, я прям... Точно, в общем, квартиру, знаете, бы завещал. Вот, если бы ой, мой золотой Владимир Ильич, я не сомневалась. Стоит скажите, пожалуйста, Анатолий, уже столько плюсов у вас, я вам хочу сказать, правда, для нашей невесты? Как отец я так тоже прошел, как говорится, опыт у меня есть. Тоже о себе неплохого мнения. В общем, это... Нет, то, что что невеста почти на 30 лет вас моложе. Ведь все-таки ей, как женщине, гораздо более молодой, ну вот того самого мужского внимания будет требоваться. О чем? Послушайте, во-первых, для мужчины один возраст, а для женщины другой. Посмотрите, в какой он форме, Анатолий. Ларис, ну, вообще, не соответствует, да, своим годам? Ты еще сама говорила, что еще ого-го наша героиня, что много ей чего надо. А вот уже ничего не надо Анатолию, понимаешь? Ну, прям нет, там почему? Не надо. На лет 5 меня еще хватит. А еще лет через пяток, что там от него останется? Ну, вот вы говорите, на 5 лет вас хватит. А что потом? А ей через 5 лет будет только 40 с небольшим. Боже мой, а с ней что будет через 5 лет? Ну, с ней ничего. Она просто будет так же молода и красива. Тот вам сказал. Раз она мне симпатична, я не буду ей мешать, это роман завести. Вы даже на это согласны? Да вы что? Да вы что? Нет, не надо, мы этого не слышали, не слышали как будто. Да. Этого идите не было сказано. Лучше. Не, ну если я ничего не могу уже. Нет, ну чувство юмора у него, безусловно, присутствует. Это, конечно, большой плюс в семейной жизни, когда такой позитивный настрой есть. Покажите сюрприз. Пойдемте посмотрим. Ну, раз я уже Ленин, если будет ваша воля, приму в Крупские, а сейчас пока в Пионеры. Спасибо. Она будет симпатична в любом костюме, да? Все-таки. В борьбе за дело, за здоровье Ленина будьте готовы. Всегда готова. А вы не были председателем совета дружины, нет? Отряд «Искра» для построения линейки. А я была барабанщиком в школе. И я барабанила. Правда? Ну, давай. Давай. Конечно, делайте барабан и покажите. Ой, вот уж не думала. Товарищи председатели совета дружины. Отряд «Искра» для построения линейки, посвященной программе «Давай поженимся». Построим. Готов! Построим! Начинаем! В общем, соратница хорошая. Конечно. Нам осталось мировую революцию закатить. Ой, не надо, типун вам на язык. Ну, что я вам хочу сказать? Пойдем проводим вот под этот марш уже. Да. Дорогие мужчины, проходите в свою комнату. Дай бог не в последний раз. Прям провожайте. Так, давайте строим. Сюда спасибо. Идем. Спасибо вам большое! Рано! Нет, рано, пока! Можно я? Забираю! Я ее сюда собрал. Видишь, она уже согласна с нами. Я в обычном порядке. Ой, Танечка и Дина, что вы скажете? Ну вот я скажу, вы говорите положительный со всех сторон мужчина. Да, как диванная мягкая подушка в семье сгодится, но и только.
Ну, а еще зачем? Барабанить, кажется, по квартире будет сходить? Хорошо, весело с ним. Девчонки, вы правда не заметили ни глубины, ни взгляда? Нет, не так, как он замечательный взгляд, но разрыв в возрасте огромен. Она что-то наезжает. А вам? Мне кажется, вообще не мой типаж. Роза. Вот чудные бабы, ей-богу. Вообще ни у самой Николая, ни двора, сама перекати поле, как говорит, всю жизнь прожила. Пришел человек, он говорит, да, вот я такой, да, готов поделиться, скрась мою старость. В ответ хочу немного, собственно говоря, женского тепла, ласки, картошечки, когда надо и так далее. Он понимает, у него даже есть компенсация за это. Это намного честнее, чем морочить голову, как ей три мужика морочили. Я первый раз увидела Анатолия, когда он был у нас на программе в качестве свидетеля. И я поразилась, он неряженный, понимаете, он не сидел, он ничего из себя не изображал, не фигляр. Он от себя говорил, да. Он говорит от себя, это так подкупает, он настолько глубокий человек, он человек образованный, интересный, умный. Ну да, но так сложилось, что он таким образом зарабатывает Причем деньги. Причем гордится ведь своей профессией. Дело не в профессии в его, он не успеет ни похулить, ни полелеять, он через 5 лет ему нужна будет сиделка. Неизвестно, с ума что ли сошла? Ну вот грубо говоря, да, ну, он как, с ума сошла, посмотрите на Олега Табакова. А тут на нервах, а у этого Анатолия сплошные положительные эмоции. Василиса. Да, на самом деле, правда, произвел очень мягкое и приятное впечатление. Гороскоп говорит, что человек душевный, правда, жил на некоторых этапах своей жизни, ну, бездумно, по-настоящему бездумно. Конечно, ему нужна женщина старше, а вам мужчина моложе. Даже если бы этого разрыва возрастного не было, все равно по своему, по энергетике своей, по психофизике, это не ваш мужчина. Бесполезно спорить об этом, конечно. Давай поженимся. Наташ, идите, знакомьтесь с третьим женихом. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я прибыл предложить вам свою руку и сердце. И, разумеется, в этом надеюсь одержать победу. Спасибо большое. Но это не конкуренция. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. С кем вы? Я вам хочу представить своего знакомого Константина. Очень приятно. Мы больше узнаем, если посмотрим на экран о вас. Александр, 55 лет. Проектировщик в сети продуктовых магазинов. Гордится, что однажды выиграл путевку в Египет. Мечтает познать радость отцовства. Александр – девственник. Делал предложение руки и сердца, но все женщины расценивали его только как друга. Надеется, что Наталья разглядит в нем настоящего мужчину. Василис, в чем проблема Александра? Может, он просто женщин боится? Я уверена, что нет никакого страха, ни закамуфлированного, ни ярко выраженного. Просто он способен производить на женщин, которые знают его, впечатление такого странноватого одиночки. И далеко не все женщины радуются этому образу мужчины. Вот, собственно, пришел сюда к нам, может быть, Наталья. Молодец, что пришел, посмотрит. Правда? Да, уверена. Роза, а ты как считаешь, как тебе купец? Ну, то, что Александр к 55 годам не имеет опыта с женщинами, ну, это, конечно, странновато, в общем-то, не прибавляет плюсов. Но то, что, собственно говоря, опыта нет, гулять не будете. Вот на кой сейчас жениться в 55? Нет, ну, вы знаете, все-таки я считаю, мужчина должен не только вот как бы построить дом, там, посадить дерево, но и иметь ребенка. Поэтому я тоже собираюсь пока иметь своего ребенка. До 55 лет не родили, а сейчас... Ну, знаете, меня ничего не остановит. А были у вас уже какие-то попытки жениться? Что там, не получалось-то? Попытки были, вот. Я, вот у вас даже была одна женщина, и все было с ней хорошо. Вот как гвоздь прибить или там что-то земельку вскопать? Пожалуйста, Александра звала. Как только вот в комнату уединиться, сразу начинала болеть голова у нее, по-моему, нет? Ну, видите ли, да, был такой факт, вот. Почему она? Ну, вы знаете, любой женщине приятно, когда за ней ухаживают, понимаете? Ну, так вот. Ухаживали бы. Вот, ну, я за ней ухаживал, в общем-то, год. Но потом начал узнавать ее интересы. В общем-то, выяснилось, что ей нравится мужчина там определенного стиля жизни, образа жизни. Или очень модный, или, допустим, там, скажем, фирменные такие вот, или военные, допустим. Вот, я не подходил ни под одну категорию. А что, взял бы, купил бы какую-нибудь красную рубаху?
цветок бы в петлицу. А если зачем нравились? Себя ломать? Надо. И так нарисовался, если... выбил бы пинком бы дверь и сказал: Клава, ты где? Я пришел тобою овладеть. Глядишь, она бы... Ну вот, видимо, не хватило у меня твердости характера, так, ну, решительности. Да. Девчонки, есть вопросы? Большой один вопрос. Вот он сказал, что он хочет очень жениться. А никаких предпосылок вот к этому есть? Вы только вот на передачу пришли здесь познакомиться. А до этого, вот вы говорите, где-то прибивали гвозди, но до постели вас не допускали. Да. А это был один случай или это было всегда так? Нет, с женщинами у вас? У меня случаев было множество, но так уж судьба сложилась, что они не заканчивались естественным образом. Я за другой девушкой ухаживал тоже год, но родители да были что? Критичны. Да что, но если вы год ухаживали, она же... Ну откуда же ему знать? Не надо год. Не, ну, в общем-то... Саш, год не надо. Год не надо. Два дня? Нет. В вашем случае нет. Согласна. Два-три месяца. Три уже мало, три мало. Обалдела совсем. Какие три месяца? Два-три месяца. Ты злой человек, Вася. 55 лет, Василиса, не забывай, не сороковник даже. Нет, я не про сейчас, я про вообще. Кость, вот вы молодой друг. Научите, товарищи. Ну, конечно. Нет, ну вы понимаете... Вот зажать в лифте, там, сказать, о, а что ты второй рукав потерял или денег не накопил? Нет, Александр, он просто правильный человек, на самом деле. Очень рациональный. У него очень интересный собеседник. О, Господи, ну интеллектуально это пусть у вас будет вот этот диалог. Женщины для удовольствия. На самом деле мы про какие тонкие темы говорим. И как но без Александр... этого не может быть. И как Александр достойно реагирует на самом деле. Александр, просто вам огромное мое уважение, потому что вы и открыты, и мы обсуждаем действительно сложнейшую, тончайшую тему, тему вашей жизни, и вы, ну, просто ни малейшего намека на раздражение. Ребят, как только я сейчас перестану глумиться, я заплачу, потому что на самом деле, правда, мой респект и уважу вам, Александр. Пойдем посмотрим на сюрприз. Да. Что это за сюрприз? Танцевал бы, что с гармошкой бы пришел. Сейчас будет здесь какие-нибудь тесты или рисование, да? Вот как раз Галина, она будет у меня образцом для подражания, образом чистой красоты. Нет, давайте, я ее изображу. Да не хочу я это рисование. Давайте потанцуем. Здесь я хозяйка. Хочу, чтобы танцевали. Давайте потанцуем. Давайте? Давайте. Извините за вольность, но если я не начну с сегодняшнего дня вот этот первый путь к сближению к женщине, вы так и будете рисовать? О, сейчас разойдется. Не, а так она приятная, да, фигура красивая. Ну да. Сейчас выкинет еще что-нибудь. Даже страшно. Молодцы! Браво! Вы потрясающие, вы такой легкий, вы как, я не знаю, вы как пух. Как он вас вел, скажите? Я ощутила легкость. Правда? Я смотрите, как будто зарядкой позанималась. Во-первых, вы похожи внешне, это хороший знак. Александр, я ваша добрая фея. Очень пойдемте, приятно. Я вас провожу. Пойдемте. Давайте, нет, вот сюда. Пойдемте, обнимите меня за мой торс. Пойдем. Ла-ла-ла-ла-ла. Пойдем с другой стороны. Проводите меня. Проводите. Пожалуйста. Не больно? Не больно. Ой. А он боялся. Думаю, покусаем. Как у нас все получилось, как ты считаешь? Ну, отлично. Супер было. Я прям так в восторге был от вашего танца. Женщин боится, весь в комплексах. Он с перепугу даже имени запомнил. Да, назвал ее Галиной. Галиной. Наверное, но это вообще... его какая-то тайная... И что вы? Что вы, злые? В тихом умуте черти водятся. Нет, там искры вообще нет. Все погасло давно и не загоралось. Ну почему? Да. Злые день. А вы что увидели? Ну, в принципе, хороший человек, но тоже не для Натальи. Почему?
Ну что у вашей Натальи такого прямо особенного, что вот такой прекрасный Александр? Ну, Наталья, она более энергичная девушка, она любит потанцевать. Здрасте, попить. А он как зажигал на раз. Конечно. Просто. Ну это Наталья. Только один раз и с вами. Вот она мне понравилась очень, я даже думаю, у нас вполне могла бы сложиться хорошая семейная пара. Да, но мне кажется, что подруги, они будут выступать против себя. Я бы создал такую коалицию. Хороший ведь Александр. Мне кажется, он человек вполне прямой, открытый, и можно на него рассчитывать. Но я бы поначалу пожила с ним гражданским браком и посмотрела на его привычки, потому что он привык всю жизнь быть один. И могут такие странные пристрастия даже у него самого выявиться. Бытовая составляющая, я думаю, не будет для нас большую проблему составлять. Мы бытовые проблемы решим. Татьяна Едина, вот вы познакомились с тремя мужчинами, определились с выбором. Кто? Я рекомендую Геннадия, конечно. Спасибо. Ну, мне Наталья, в принципе, понравилась, но не так, чтобы вот... скажем так, я влюбился в нее, да? Вы? Я за Александра. У тебя появились сторонники. Очень приятно. Да. Я вам предлагаю хороший, правильный, разумный расчет. Только москвичка себе может позволить Геннадия. Поэтому договаривайтесь в браке по расчету с Анатолием. Я думаю, что это будет не худший даже союз и достаточно много принесет вам обоим. Ну что, Иваныч, если выйдет, зайдет она, пойдет? Ну, вообще, надо сказать, она за живое меня взяла. И я буду очень жалеть, если она не за мной выйдет. Я тоже за Анатолия. Он прекрасный мужчина, на самом деле. Ну, снимет он эту бородку, ну, переоденется, он дома другой. У него такая глубина внутренняя, у него такой есть опыт, он так хорошо выглядит. Ему есть что дать, кроме материального. Поверьте мне, Анатолий. Ну, в общем, я еще могу вдохновиться, и даже не на 5 лет. Вот она именно вдохновить может на все 10. Я абсолютно уверена в том, что вы склонны выбрать Геннадия. И я думаю, что вы правильно сделаете. По крайней мере, спасибо, с точки зрения гороскопа. Ну, и мне кажется, что она зайдет именно сюда, потому что конкуренция, мне кажется, конкуренцию мне не составили слабая остальные, да, претенденты. Ну, поскольку вы уже решили, кому идти, счастливо, мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Вера, 46 лет, номер 1440. Бухгалтер ищет доброго мужчину, который отвезет ее на море и займется с ней пляжным волейболом. Татевик, 23 года, номер 1441. Бухгалтер ищет жгучего брюнета, который будет завоевывать ее сердце даже после штампа в паспорте. Мы не знаем, выйдет Наталья одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Добрый вечер еще раз. Я очень рад, что ты мне ко мне пришла. Я знала. Ну, молодец. Вы похожи внешне. Вставайте рядом. Правда, как брат и сестра, вы страносеньки. У нас есть пара Геннадий и Наталья. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи!